интересное место, где сконцентрировано много магазинов. Это как мини-городок. Находится вне города. Это так прикольно. Я уже начала. Думаю, нет, так я все-таки засниму. Это лосось. С таким интересным соусом я еще не пробовала. Сейчас покушаю. Вкусно, наверное. Ладно. Спасибо за приятный аппетит. Что, ребят, очень много магазинов. И пройти их сейчас за один раз. Видите, что-то я смотрю, конца не видно. Я, пожалуй, поеду домой, а потом вернусь сюда еще раз. Ну, в принципе, мне тут очень понравилось. Друзья мои, привет! Вот я снова вернулась в Outlet Village. Вам покажу. Мне немножко солнце отсвечивает, не очень понимаю, что я снимаю. Вот, спустя сколько я дней приехала сюда? 2 дня? Ой, нет. Не 2 дня. Спустя 1 день я сюда снова приехала. Пойду дальше исследовать, что и как. Сегодня, кстати, намного теплее, чем в прошлый раз. Говорят, обещают плюс 19 градусов. Но немножко ветер охлаждает, дарит прохладу. Поэтому я все равно приоделась потеплее. Но тем не менее.
вдохновение, на солнце хорошо. Очень радует. Настроение у меня супер. Я тут никак не могу себе ничего такого интересного найти. За что нашла? Ерундушечку. Браслет. Вот такой вот интересную крошку. Сейчас я попробую надеть. Крошками еще нужно разобраться, как делать, как их вызволить. Да. Может, не все поймут, но мне нравится. Пойду дальше. Кстати, зайду. Где-то меня. Я пришла в магазин. Верю. Туфельки. Мне кажется, я нашла то, что мне нужно. Скажем, они немножко с таким блестящим вкраплением интересные, классика.
все, пойду дальше. На самом деле, знаете, что случилось, когда я ходила по улице, гуляла? Камера пишет в 4К, и она перегревается и вырубается, выключается. И в какой-то момент, ну, она не издает никаких звуков. Я ходила там, как птичка порхала, кружилась, и, в общем, какая-то часть меня не записалась. Обидно. Вообще интересно было. Так что в 4К я буду очень аккуратно записывать. Так жалко? Ну ладно. Главное, большая часть записалась хотя бы так. Спасибо тебе, камера, за это. Сейчас я машину погашу. Мужчина мне посигнал. Опять сказал. Что вот так? Ладно, пойду я гулять.